Да, всем привет. И что мы делаем? Мы будем делать скрины для Galaxy on Fire 2, для обложек YouTube. Вот я уже первую нашел. Вот скрин есть. Идем дальше. Убьем уже их. Хотя. Зачем это нафиг надо, кстати, делать чуть потише. Да. Нет. Полетим теперь на другую станцию какую-то, например, на Мидо, на Вархастра, откуда все начиналось. Как-то где-то еще вот тут вот, да, сделаем какой-то скрин. Вот активная пауза. Да. Вот так вот как-то. А тут не совсем красиво получается, потому что эти астероиды надо чуть туда отлететь. Сейчас я отлечу. Вот так вот, активная пауза. Вот так вот. Когда F11 сделали скрин. Но это даже не знаю. Нет, поищем еще тогда какую-то систему. Например, вот эту. А, у меня батареи нету. А, нет, в принципе, что, нормально, есть батарея-то. Вот сюда вот. Да, таки нету батареи, одной не хватает. Тогда пока что мы зайдем на станцию. Купим батареи. Ага, купили батареи, понятно. Тогда ладно. Тогда мы куда-то сюда. Ага, сюда тоже нет, сюда тоже нет, и сюда тоже нет. Короче, нам надо бродить по этой системе, пока мы не найдем какую-то планету с батареями, потому что мы с нее не можем выбраться, потому что осталось 3 батареи, а для телепорта надо 4 батареи. Окей. Чуточку не та ракета. Короче, летим на станцию и не кумарь меня. Нам надо батарея. Вот, их тут дофига, здорово. Хватит нам батареи или может еще взять? 40 накидаю. Да. Хотя, вот тут, кстати, вот так вот тоже. Походу, неплохой скрин будет, да? Если как-то вот так вот сделать. Ну, допустим. И тогда последний скрин будет у нас где-то, например, на пане. Ну, к концу игры что произошло? Что произошло? Произошло то, что уже есть абсолютно все ачивки.
есть все, короче, достопримечательности, абсолютно все. Это когда этот корабль, кстати, дают, когда получаешь все ачивки. Вот так-то. Поэтому все довольно-таки просто. О, кстати, я тогда сделаю вот так вот. Я буду лететь, стрелять, и вот так вот я сделаю активную паузу. Вот. Как-то вот так вот. Хотя она не очень красивая. Вот так. Это будет последний наш скрин. И дальше мы продолжим в фотошопе. Продолжаем в фотошопе. Что мы взяли? Мы наделали 4 скрина. Открываем их. Дам. 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 Да. И вот такие вот у нас картинки вышли. Картинка красивая, но непонятная. Картинка понятная, но некрасивая. Вот это здорово и вот это здорово. Тогда будем брать две эти картинки. Да, я дублирую и вставляю сюда. У нас будет просто два фона. Вот так вот, да. Это я не буду использовать, я закрываю. Это я тоже не буду использовать, я закрываю. То есть это тоже у меня уже есть. Вот, просто взяли два фона и начнем с этого, да? Что Galaxy on Fire 2 тут уже как бы по сути есть написано. Что нам надо-то? Если посмотреть на любые картинки, просто нам надо циферку дописать. Galaxy on Fire уже написано. Хотя, возможно, Galaxy on Fire лого я бы, может быть, поменял. Вот, вот так вот. Ой-ой-ой. Но оно нифига не PNG-шное. Мне надо PNG-шное. Вот. Это как раз PNG-шно. Я его сохраню на рабочий стол. Да. И тут его сходу открою. Вот. Но тогда вопрос, что делать с вот этим вот. Я думаю, довольно-таки очевидно. Я просто его не захвачу, скажем так, в кадр. Да, будет вот так вот. Да, теперь я вставляю. А, нет, тут все-таки осталось, чуточку еще осталось. Чуточку еще беру. Вот так. Вот эту теперь лого сам. Ну, наверх. Думаю, нормально так будет, да? Независимо от того, что это. Да, нормально. И тут мы напишем циферку. 1, да? У нас по стандарту идет 300 шрифт. Пусть будет так. Теперь посмотрим. Да, тоже. Норм. И будем добиваться эффекта, скажем так, вот этого вот неона. Довольно-таки просто. Открываем свойства слоя. Внешнее свечение выбираем. Внутреннее свечение выбираем. Начнем сначала с внутреннего. Цвет какой-то синенький, да? Вот так вот. И размер. И что? И почему?
ничего-то не происходит. Кстати. Да что ж такое? Вот. Внутреннее свечение, ничего не происходит. А почему? Почему непонятно? Еще раз. Внутреннее. Цвет какой-то псевдо-синий. И вообще ничего. Ага. Наверное, проблема в том, что надо слой растрировать, да? Ну и тут тоже ничего не происходит. Как же так? Ладно, тогда выберем только внешнее свечение. Не хочется, но внутреннее что-то как-то вообще вот такой где-то. Размах, вот размер, размах. Ага, непрозрачность. Раст ГВВ, опа, а что там было? Где это? Новости, где это было? Да блин. Только что ж новость какая-то проскочила, что бесплатно giveaway какой-то там, да? Ну да ладно. Приблизительно так, да? Приблизительно так. Можно даже чуть-чуть цвет немного поменять на более... более темный цвет. Вот как-то так вот, да, похоже вроде. Обводить мы его никак не будем и ничего добавлять к нему мы, наверное, тоже не будем. Тут норм. Будем как-то их по очереди делать, да, или нет, или, наверное, ну, с этим вот все здорово, все нормально. А если возьмем этот, то тут, вот тоже, в принципе, все здорово. Ну да, как-то будем тогда через раз, раз с этим. Начнем тогда с этого. Я его сходу сохраню. PSD. Это у нас будет. У нас будет что? Galaxy On Fire 2. Да. И теперь его сохраним в JPEG. Папку Galaxy on Fire 2 делаем
JPEG 1. Вот так. А, Galaxy on Fire 2, 1. Ага, так тупо получается. Ну, тогда я просто буду Galaxy on Fire 1. Да. Да. Это теперь убираем, и тут ставим циферку 2. Вот, сохраняем. Сохранить как? Galaxy on Fire. Так, что это такое? Нет, обычные значки. Вот. Как-то вот так, да. Ой-ой-ой. Galaxy on Fire. Теперь тут пишем 2. Да. Теперь опять меняем. Тут пишем 3. Типа будет чет-не-чет. Сохранить как? Galaxy on Fire. JPEG. Пишем 3. Да что ж такое-то? Вот. Да, все здорово, я думаю, так и будем продолжать.